дорогие наши любимые, уважаемые гости, наши родители, учителя, мои коллеги. Мне отдана такая честь открыть наше большое мероприятие, к которому мы готовились очень давно, и долго, и активно, и весело. И очень хотим, чтобы этот день запомнился нашим детям прежде всего, вам, дорогие наши, чтобы праздник прошел в теплой, дружеской, веселой, доброй атмосфере. Для этого я попрошу отключить наши мобильные телефоны, чтобы они нам не мешали. И встречайте наших выпускников. Наша школа – самая лучшая школа на всем свете. Наши дети – самые счастливые дети. Наши родители, отправляя детей в школу, думают, что уроки проходят так. Action girl, огонь и грация, твои глаза магнит, их повели лето. Action girl, ты гравитация. Или так. Ребяточки, урока не будет, потихонечку сидите, я приду. Скоро. Или даже так. Стоять! Сидеть! Опс! Стоять! Но на самом деле все вот так. И сегодня начальную школу покидает 4-й класс. Давайте знакомиться с выпускниками. Максим. Какие зовут его? Максюша. Он наш победитель по жизни. Для нас известно, как мадам Ой. Девочка, а где домашнее задание? Ой. Дева, почему не выделила здесь окончание? Ой, 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 ой. Ой. А это мой Глебушка. Почему мой? Смотрите. Вот что ваш Глебушка сделал. Смотрите, что ваш Глебушка сделал. Анастасия Сергеевна, посмотрите, что ваш Глебушка сделал. На Лена и Катя. Именно вместе. Почему? А сейчас вам покажем. Здравствуйте! Алла Петровна, можно тетрадки? Анастасия Сергеевна, можно выйти? Спасибо! А это Данька, мистер Нежность. Человек, который не может без объятий. It's just like any ordinary town where the sun goes up and the sun goes down. Thank you.
девочка в классе. Турал, почему без прозвища? Потому что начальство нужно называть по имени. Да, ну смотри, раз ошибка, смотри, здесь ошибка. Донечка, ну это тройка, к сожалению. Тройка? Можно только мечтать. А можно я вам помогу? Мой любимый 4-й класс. А вот и мы. Цветов не надо. Веселый нрав и свистый добрый смех. Улыбка светлая. Все бесплатны. Сегодня здесь мы лучше всех. Дорогие друзья, вот мы представили себя. И хотим пригласить на сцену для вступительного слова директора школы Татьяну Витальевну. Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, дорогие наши выпускники, я вас всех сегодня от всей души поздравляю с вашим праздником, с окончанием начальной школы. Но у нас сегодня не грустное событие, когда мы провожаем наших выпускников, а у нас сегодня праздник радостный. У детей улыбки, у родителей улыбки, потому что я знаю, что мы с вами не расстанемся. Я знаю, что вы все придете 1 сентября к нам в 5-й класс. Я вас всех таких красивых, умных, воспитанных, ответственных и классных детей, всех вас увижу 1 сентября в 5-м классе. А вы всегда сможете видеть своих учителей, которые вас учили, любили, ваша любимая Анастасия Сергеевна, и все остальные учителя, потому что они все будут рядышком. Вам только надо будет спуститься на этаж ниже, и вы всегда их увидите. Я вас поздравляю с этим праздником. Желаю вам успехов в творчестве, в учебе. Родителям желаю терпения, любви для своих детей. С праздником вас, дорогие! Большое спасибо за теплые слова. И теперь хотим пригласить на сцену Аллу Петровну. Добрый день, уважаемые родители, гости, коллеги. Добрый день, ребята. Вот и настал ваш день прощания с начальной школой. Я помню, как 4 года назад вы совсем маленькими и смешными пришли к нам в 1-й класс. Здесь вас учили не только писать, считать. Анастасия Сергеевна учила вас дружить, учила понимать друг друга, учила общаться.
И мне хочется верить, что вот эти крупицы добра, заложенные вашим классным руководителем, вы не растеряете, а понесете с собой и дальше. Впереди у вас много нового интересного. Новые школьные друзья, новые учителя, новые знания. Я хочу вам пожелать побольше удачи и везения и поменьше разочарований. И пусть не все вершины покорятся вам сразу, но ведь трудности делают человека более сильным. Особые слова благодарности мне хочется сказать вашим родителям, потому что без их участия мы бы не смогли вырасти таких замечательных выпускников. Уважаемые папа и мамы, бабушки и дедушки, здоровья вам, энергии, энтузиазма, терпения. Пусть вам всегда хватает сил и возможности оказывать поддержку вашим любимым детям. Ну что ж, ребята, счастливого пути в 5-й класс. А свою эстафетную палочку, как полагается, я передаю заместителю директора по учебно-воспитательной работе средней школы Туленковой Ольге Александровне. Ну, здравствуйте, товарищи родители. Здравствуйте, дети. Будем знакомиться сегодня немножко, дальше больше. Я очень рада, что вы переходите все ко мне в среднюю школу. Я уже узнала, что это великолепные дети, что среди них очень много отличников, что очень много хорошистов. И я надеюсь, все дети, которые учились на хорошо, отлично, также продолжат учиться. И, как Алла Петровна правильно сказала, я выступаю как преемник. Поэтому все вопросы, которые нужно будет решить в отношении детей, учебы, каких-то спорных вопросов, я прошу обращаться ко мне. Да, зовут меня Ольга Александровна, нахожусь я на 3-м этаже. Очень рада вас всех 1 сентября увидеть такими же красивыми, такими же счастливыми, но отдохнувшими и полными сил. Поздравляю вас всех, ребята, и детей, и родителей. Жду вас 1 сентября в полном составе. Мы классные ребята. Нам 10 лет, и это много. К учебе мы относимся все строго. Уважаем позитив, много смеха и актив. Шустрые, спортивные. Смелые, активные. Очень дружно мы живем, песни весело поем. Лучше нашей школы во всем мире не найдем. Мы от наших звезд эстрадных ни на шаг не отстаем. Мы без всякой фонограммы. Лучше многих вам споем. Все мы свет, все мы свет.
родить. Не я, но не хватает храбрости. А в обители, как я учусь, да я как собака, все понимаю, а вот не сказать народ ничего не могу. А у меня даже одежды подходящей нету. Что, я в этом пятый класс пойду? Я ж в страшилище. А мне вообще спокойно. Я всю начальную школу не переживал, ну, только учителей мучил. И в пятом классе буду. Да я вижу, ты совсем бессердечный. Эх, вот бы золотую рыбку или цветик-самоцветик. Да жалко, что чудеса бывают только в сказках. Она не машина, а башмаки.
за вашу доброту. Какой замечательный, какой чудесный танец. Но я все-таки хочу вернуться к себе домой. Там и мама, и папа. А в семье... Что-то в мире случилось такое.
пятого класса готовы? Готовы, только за подготовку мы никого не отблагодарили. Мамы милые, добрые мамы, вам хотим спасибо сказать за заботу, за то, что вы, мамы, готовы простить и понять. Родителям мы всех благодарим за их заботу и тревоги. Душой мы вас боготворим и вам спасибо говорим. Стоп! Мы кого-то благодарим, а школа нам не хочет сказать спасибо. А за что это? Сейчас я вам все объясню. Yeah.
родителей. Мы хотим выразить вам необычайную благодарность за все, что вы сделали для наших детей. Сказать вам спасибо – это не сказать ничего. Доверяя вам своих детей, мы были уверены, что они попадают в надежные руки, и мы не ошиблись. Без вашей поддержки, без вашего внимания, без ваших усилий нам, родителям, не удалось бы достичь той главной цели, к которой мы все шли и продолжаем идти. Каждый из нас хочет вырастить из своего ребенка человека с большой буквы «Ч». Вы помогали и направляли наших детей. Вы поддерживали нас, когда нам с ними что-то не удавалось. Вы переживали за своих учеников не меньше, а возможно даже больше, чем мы. Низкий вам поклон за ваш тяжелый труд и от всей души искренние слова огромной благодарности от всех родителей. Спасибо вам огромное. Три года мамой были вы, взяв вас, девчонок и мальчишек. Вы много отдали любви, прочли им много умных книжек, учили их читать, писать, иметь друзей, ценить их дружбу. И очень хочется сказать, свою несли вы честно службу. Спасибо вам за доброту, за чистое, живое слово. Спасибо вам за правоту, вы дали жизнь деятельному. Желаем счастья и добра, задора и здоровья моря. Спасибо, что вы так мудра, пусть стороной обходит горе. Пусть 10 лет полюбит вас, шальной волной вбегая в школу. Вы вспоминаете этот класс, который будет верен в слово. Спасибо вам большое. Thank you.
Thank you.
рождения. Нас? Мы хотим пригласить на сцену Аллу Петровну. Торжественный момент. За приближение и отличные успехи в учебе, за высокий уровень художественной грамотности на уроках изобразительного искусства и творческую работу на уроках музыки, а также за вокальные достижения, отзывчивость, умение работать в команде и проявленный многогранный талант награждается Быкова Екатерина. Елена, за прилежание и отличные успехи в учебе, за вокальные достижения, творческие успехи в игре на флейте, умение работать в команде и проявленный многогранный талант, а также за высокий уровень художественной грамотности на уроках изобразительного искусства, за познавательную активность, за дисциплинированность, за высокую эмоциональность и усердие на уроках физической культуры. Прилежание, отличные успехи в учебе, за активную работу на уроках музыки и стремление познать удивительный мир искусства, за самоотдачу, усердие и стремление к совершенствованию на уроках физической культуры, за добросовестное и ответственное отношение к занятиям по классу фортепиано награждается Пузиков Даниил. За хорошую учебу, активную работу на уроках музыки, а также за выразительность речи и харизму награждается Петровик Урал. За хорошую учебу, за усердие, самоотдачу на уроках физической культуры, за участие в внеклассной хоровой работе школы, за театральные успехи и прекрасную импровизацию награждается Суханов Максим. Необычный подход к творческим заданиям на уроках изобразительного искусства и технологии награждается Глущенко Глеб. За успехи в творческих на уроках изобразительного искусства и технологии, за участие в внеклассной хоровой работе школы, за исключительно трудолюбие и успехи усвоения английского языка награждается Исмаилова Гульнур. Достижения, за внимание и стремление к цели на занятиях по классу флейта, за участие в внеклассной хоровой работе и за безмерную любовь к сцене награждается Коровина Эвелина. За большое желание, выносливость, самоотдачу и умение работать в команде на уроке физической культуры, за участие в внеклассной хоровой работе школы, за доброту души и позитивное отношение к людям награждается Яковлев Даниил. За высокий уровень художественной грамотности на уроках изобразительного искусства и театральный потенциал, за старательную работу на уроках английского языка в течение учебного года и за активное участие в жизни класса, простите, за вокальное достижение, отзывчивость, умение работать в команде награждается Давудова Айсу. За активное участие в жизни класса награждается Полев Тарас. Выявили, насколько дети активны, эту грамоту не нашел педагог выделить индивидуально. Поэтому грамота на весь класс. За достижение успехи на занятиях хореографии награждается коллектив 4 класса. Администрация школы выражает благодарность Быкову Дмитрию Геннадьевичу и Быковой Оксане Валерьевне за достойное воспитание и активное участие в школьной жизни дочери. Администрация школы выражает благодарность Мишину Вадиму Леонидовичу и Бурденко Марине Владимировне
за достойное воспитание и активное участие в школьной жизни дочери. Ждем в первом классе. Также администратор школы «Праздник Плюс» выражает благодарность Пудикову Денису Валерьевичу и Пудикову Елене Сергеевне за достойное воспитание и активное участие в школьной жизни сына. Школа выражает благодарность Яковлеву Александру Сергеевичу и Яковлевой Светлане Юрьевне за достойное воспитание сына. Администрация школы выражает благодарность Коровиной Наталье Олеговне за активное участие в школьной жизни класса. Расставание, а с другой
начала нашего, ну, дальнейшего вашего пути. Вспомните, как еще совсем недавно вы такие маленькие, такие любопытные, пришли на свою первую линейку. Здесь вы учились дружить, вы учились любить, вы учились быть ответственными, учились понимать других. Вы взрослели и с каждым днем становились все мудрее. Мне очень приятно, что я смогла стать вот этой вашей частью вашей школьной жизни. Я глубоко убеждена, что все встречи на нашей земле, они далеко не случайны. А любое соприкосновение с другими людьми оставляет, ну, свой след, наверное, в нашей жизни. И я благодарна вам за те уроки, которые вы мне преподнесли. Я благодарна за ваше терпение, за трудолюбие, за отзывчивость и понимание, за поступки и за умение удивлять. В свою очередь, я старалась передать вам все то, что, ну, наверное, чему сама научилась у своих учителей, которых я помню до сих пор. Сегодня вы отправляетесь в свое следующее путешествие. Надеюсь, оно будет интересным и познавательным для вас. Не бойтесь делать ошибки, не бойтесь падать. Это поможет вам лучше узнать себя и, наверное, мир, в котором вы живете. Все великие открытия, я вам не раз это говорила, случились лишь потому, что кто-то однажды совершил какую-то большую ошибку. Обязательно следуйте за своей мечтой. Оставайтесь верными себе. Никогда не идите по проторенному кем-то пути, если только, в общем-то, вы не оказались в глухом лесу, не заблудились, и это путь единственное ваше спасение. И продолжайте излучать свет. Живите честно и, наверное, в ладах со своей совестью. И я больше чем уверена, что все, о чем мы с вами говорили на наших уроках, все, о чем вы мечтали, обязательно сбудется. Но сейчас маленький сюрприз. Внимание на экран. Математика, окружающий. Я все предметы люблю. I see trees of green, red fruits and cute. I see them blue, following you. And I think to myself, what a wonderful world. Я не знаю. Бэтли. Не знаю. У меня все есть, ничего. Не знаю. Не знаю. Если увидеть пытаться.
пытаешься издали. Не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот, мили кот, мили друг мой, прощай. Yeah.
Жизнь.